Утром 10 августа в Твери открыли движение для людей и велотранспорта по одной половине Крупского моста, путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе. Планируется, что 11 августа в 16:00 для движения автомобилей будет открыта правая сторона Бурашевского путепровода. Сейчас здесь завершаются работы по укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. На правой стороне моста уже установлены и функционируют опоры освещения. В ближайшее время на путепроводе будет нанесена дорожная разметка и подготовлен тротуар для пешеходов. В ночное время путепровод будет периодически перекрываться для осуществления ряда работ. Планируется, что до конца августа Бурашевский путепровод будет открыт для передвижения транспорта в полном объеме. Начало движения по правой стороне. Основные работы перейдут на левую сторону, где будет монтироваться тротуарная зона, пешеходное направляющее ограждение, дополнительные виды работ, асфальтироваться тротуары, устанавливаться освещение и другие сопутствующие работы. Кроме этого, уже сейчас можно увидеть, что большой объем работ выполнен непосредственно на подмостовом сооружении. Обустраивается тротуарная зона, меняется бордюрный камень, готовится также к асфальтированию проезжей части улицы Коминтерна под мостом.